Всем привет! Сегодня на обзоре Mitsubishi Outlander PHEV 2015 года выпуска. Комплектация G-Navigation Package 4WD. Цвет Снежная Королева, перламутр, трехслойка. На штатном лите оригинальном R18 установлена новая зимняя резина. Хромированный молдинг дверей, хромированные ручки, штатные ветровики Outlander, камеры кругового обзора в ушах, под решеткой, штатные туманки, LED-оптика, ходовые огни, две линзы, камера без ключевой доступ, функция автоматического складывания зеркал. Шильдик у Mitsubishi с правой стороны. Комбинированный кожаный салон. Кожаные вставки, электропривод водительского сиденья. Вспомогательные системы. Датчик предотвращения ДТП. Контроль полосы. Пятая электродверь. Розетка дополнительно установлена. ТРК. Полный кожаный мультируль. Радарный круиз-контроль, управление медиа, управление камерами, hands-free, старт-стоп кнопка, подрулевые лепестки, зеркало заднего вида с функцией автозатемнения, японский видеорегистратор, подогревы сидений, 4WD, блокировка, селектор передач, раздельный круиз-контроль, подогрев руля. Штатная мультимедиа многоформатная. USB, тоже розеточка. Сейчас покажу аукционный лист автомобиля. Просторный салон. Розетка. Коробка от регистратора. Ремкомплект. Кнопка. Кстати, штатная документация, инструкция, номер лота, аукцион ЦА. Номер лота 9008. 15 год, 10 месяц, регистрация. Аукцион 4 балла ББ, Б кузов, Б салон. Достоинство. По кузову незначительные мятинки, царапинка на капоте. Ну, кузов ГГ2W 030-51-44. Видите, прошу прощения, проверяйте, сравнивайте. Честный аукционный автомобиль, в статистике есть. Кабель придет чуть позже для зарядки. Так, у автомобиля два ключа. Данный автомобиль продается. Подробная информация по телефону, закрепленному в шапке профиля. Объявление на дром будет выложено сегодня. Спасибо за внимание.